нас Хаска лежит где-то на улице, в яме встать не может. Срочно выехали. Где-то в центре Чехова, улица Карьерная. Выехали на улицу, это все-таки какая-то СМТшка. Смотрим. Привет. Привет, малыш. А? Малыш, давай морду завязывать. Поводок. Привет. Так, тихо, тихо. Давай быстрее, провис, сейчас сравнем. Аккуратно. Привет. Все-таки, может, сначала прихватить, чтобы не убежал. Так, что у нас там? Не кровь на этом? Ну, что у нас хорошее? Клади. Ага, вот так. Ложи, ложи, ложи. Судя по всему, у него задний этот. Не ложится? Передних и задних. Надо понять, есть ли чувствительность. Ну, блин, ну да, да, да. Обычно это очень больно.
траву не чувствует. Подожди. Обе? Ну, эту да, вот правую я не заметила, чтобы... Есть, значит, целый? Угу. Все нормально, подробь все нормально, да? Все, значит, получается, это стреляли дробь в позвоночнике. Да. Сейчас ну тут еще... оперировать 100%, да? Получится единственное, о чем говорим. Ну понятно, да. Давайте я попробую вообще сделать. Пули. Нет? Похоже, но очень сильно один контраст. И прямо. Позвоночники. Ага, не, ну на пули не похоже, как какие-то расплывчатые, да? Ну что-то странное. А этот затяните, если. Ну, это... Затяните, они очень сильно один контрастные. Они контрастные, как металл любой. А, то есть это металл? Это металл 100%. Нифига себе. Да. Ну что, пуля может быть или что это? Может, дробь какая-то. Может быть, да. Сейчас еще сфотографируем переднюю часть позвоночника, то есть грудную часть. Посмотрим, что там. Да, все хорошо. Здесь все хорошо впереди. Да, это вот мы с мужем в этом месте. Это у нас первые поясничные позвонки. Вот тут кусочек дроби. Стреляли, короче, маленький, прямо вот он. А вот, кстати, лапы, может, снимем в лапах, потому что тоже дырки, может быть, в лапах дробь. Сейчас посмотрим. Ну, я не рыбки. Чисто, ну, чуть напыхтел себе. Thank you.
Найс не будет ходить никогда. Но мы решили дать ему шанс на жизнь. Была проведена операция по удалению пули из позвоночника. Ведь живет же наша Кася-спинальница и радуется жизни. Вдвоем им было бы веселее. Но возникла еще более страшная проблема. У него раковая опухоль в мочеполовой системе. И есть метастазы. Мы его отпустили. А боль осталась с нами.